Что ты будешь помогать мне делать? Банки! Банки мыть. Ты банки? Мыть? Банки особо тут не надо мыть. Да. А это ковши? Вот это. Ну какой это может быть? Какой это? Какой это может быть кофе? Значит, прошло у нас. Сколько там дней у нас прошло? Как мы первый раз с тобой сделали? День? Да какой день? Четыре. Покажи четыре пальчика. Вот четыре. Нет, это пять. Пять. Ну-ка дай свои пальцы. Четыре показывай. Да, четыре дня прошло. Тут я каждый день, вот, значит, мешал. У нас отделилось с вами. Это мозгаль, как там называется, не знаю. Вот видите, вверху, короче, виноград. Я буду тебе помогать. Внизу сок. Помогу. Бесспорно. Бесспорно будешь помахать, куда ты денешься. Так, значит, ты где будешь стоять? А? Там. Там будешь стоять? Там. Ну, давай, ладно, сейчас я камеру установлю. Так, давайте я сразу беру со стульчика. Мам, ки-ки. Да. Ки-ки. Я ки. Ну-ка. Ки-ки. Ки-ки. Да. Ки-ки. Мы знаем, что мы еще будем делать? Да, где ты что, камеру завалишь? Мы знаешь с тобой, что будем делать, Таня? Да, будем делать. Мы с тобой что будем процеживать. Процеживать. Только ты никому не говоришь, что садики, что ты делала дома сегодня, ладно? Не будешь никому говорить. А коржик мой? Кто? Коржик мой. Коржик? Коржик мой. Вот, у меня мой? Мой. Что? А? Ёжик мой. Эй, ёжик мой. Все мое. А машинка моя? Где машинка моя? Машинка. Ладно. Так, ладно, давай сейчас принесем с тобой таз. Таз сюда поставим. Таз. Так, что нам с тобой нам надо сейчас сделать? А что я будем? Не подожди, нам надо с тобой эту порошку сюда перелить. Как-то сейчас будем переливать. Ну-ка. Брызгает. Фух. Да, Танюш. Ничего себе. Вкусняшка какая. Чувствуешь запах? Плохо пахнет. Плохо пахнет. Плохо? Мы сейчас с тобой возьмем сито. Сито. Будем так, откидывать сразу. Так. Ого! Что там? Вода. Вода. Что у нас с этого получится? Блин, конечно, отравы тут до хрена. Вот это прям одна треть банки. Чувствую запах. Чувствуешь запах? Угу. На боку. Все на боку. Ладно. Так. Надо что-то придумать. Как так поставить, чтобы она держалась. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, посмотрим. Так, что нам применить? А? Палочки нужны. Да нет, это поставь. Поможет. Это баба там подарила. Не знаю даже. Во, давай. Остановись. Вот так. Поставим сверху вот эту. Во! Во! Егор Павлович Княжин решил проблему. Решили проблему. Сейчас мы. А я решил, проблему нету. Да. Так, давай, попробуем. Вот отсюда зайду. Хотя надо вот так сначала. Ой, блин, упало. Поднюх. Ты помогаешь или просто смотришь? Держи давай эту штуку, держи. Держи. Вот пошла, держи. Держи вот эту железную. Держи мисочку. И второй ручкой держи. Вот. Держи. Не могу. Тяжелая? Да. Сейчас. Да капаем. Капаем сюда. Так.
На, протирай стол до конца, чтобы стол был чистый, да. Стол протирай. Вот, давай вот здесь воду лишнюю сотрем. Так. Ну, кто молодцы? Говори, ну. Ну как Таня, а я? Скажи, мы молодцы. Мы молодцы. Да. Так, значит, что мы с тобой совершили? Такое злодеяние. Профильтровали сок. Здесь у нас с тобой 5 литров сока. Сейчас будем с тобой мы... Ой, посмотри на пол. Ну, посмотри, как на пол идешь. Мой руки. Мой руки. Фильтровали вот мы через марлю. Обыкновенная марля. Ну, здесь мы, кстати. Так, сейчас. Да, мы делали шкаф. Это ты тут была, пилила сок. Да? Литр, значит, воды. Вода используется такая, знаете, ну, бутилированная, какая-нибудь хорошая, родниковая, как хотите. Дальше. Засыпаем сюда. Опять же, я на глаз. У меня все на глаз, потому что глаз алмаз. Значит, 0,5 килограмма сахара. Ага, еще я. Какая? Большую ложку взяю. Ты умная, голова варит. Держи. Засовывай ложку туда и перемешивай. Банку не завали, сама не завались. Иначе мы тут не отмоем эту кухню. Хорошо перемешала? Да. Уверена в этом? Уверена. Тогда заливаем. Не заливаем. Как не заливаем? Ты сказал, что хорошо помешала. Глянь, как нет сахара, помешала она. Воды нету больше, не осталось. Придется по крану добавить чуть-чуть. Ничего. У нас как артезианская она. А у меня по крану. А? Есть по крану. Обматываем скотчем по кругу и пока ставим ее настояться. Настояться. Поняла? Снимаем фартук, наконец-то снимаем. Я могу фартук снимать.